Я хотел поделиться с вами сегодня словом и предлагаю открыть послание филиппийцам. У вас есть Библия? Знаете, было очень интересно, когда на э, молодежном фестивале Дмитрий Шлитгаур на первом собрании там было прославление, и потом он говорит: Давайте Библии откроем! У вас есть Библии? И там сидит молодежь такая удивленная, шарашенная. То есть они приехали там в лес, значит, палатки, все, и тут у них Библию спрашивают. Но ну, они где-то есть у них Библия, они же читают их каждый день. Но как-то вот не додумались с собой принести там на берег, там, сидим на лавочках, на песке, ну, в палатке в такой большой. И Дима такой говорит, вы что, без Библии ходите? Братья и сестры, вы что, без Библии ходите? У вас есть Библия с собой? Открыли, да? Ну покажите, покажите. Ну, почти у всех. Молодцы. Слава Богу. Давайте послание филиппийцам, вторую главу откроем. И я хочу прочитать несколько стихов, начиная с 12 стиха. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Давайте склоним наши головы и помолимся. Небесный Отец, мы приходим к Тебе, мы нуждаемся, Господи, в Твоей благодати, в Твоей милости, и мы просим это место Писания, Ты открой в наших сердцах, говори с нами, Господи, то, что Ты хочешь открыть нам, просто покажи нам, помоги впитать эти зерна, эту благодать, которую Ты приготовил на этот день. Мы смиряемся перед Тобою, мы поклоняемся Тебе, мы все это собрание отдаем в Твои руки и просим Тебя, чтобы Ты действовал, Господь, в нашем собрании и говорил с Церковью Твоей. Молимся во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет Аминь. Послание филиппийцам. Удивительное послание, одно из моих любимых мест писания в Библии. И я понимаю, что сама церковь в Филиппах была удивительной. Уже столько проповедей сказано на эту тему, и они все не кончаются. Само это послание, его теологи называют послание любви, потому что оно наполнено но ну, такими вот искренними и близкими порывами со стороны апостола Павла к этим людям. И то, что он им пишет, он их так просто описывает стрепетно, какие они послушные, какие они молодцы как он им благодарен за все, что они делают, насколько сильно они радуют его сердце. Это на самом деле были какие-то особенные люди в его жизни. И смотрите, в начале этого отрывка, который я сейчас прочитал, в 12 стихе апостол Павел говорит, что они были послушны в его присутствии. И это слово послушно оно многократно использовалось в Новом Завете. И, например, в таком месте, как, когда Иисус встал посреди бушующего моря, поднял руки и повелел буре, она успокоилась. И ученики удивились и говорили друг другу, кто это, что и ветер, и море повинуются ему. Вот именно это слово там использовано. И э, также это слово использовано во многих других местах. И, например, в послании к евреям, э, в 11 главе, там, где вот перечисляются все герои веры, и сказано, что верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. То есть вот это вот повиновение, послушание, то, о чем говорит апостол Павел филиппийцам, что вы были послушны в моем присутствии, оно указывает на очень сильное слово. То есть настолько сильно, что, представьте, буря останавливается. Или там, когда Иисус говорил своим ученикам, однажды он их учил и сказал, что если кто с верою скажет горе сей, поднимись и вернись в море, то она повинуется. Там опять использовано это слово. Представляете, насколько сильное это слово, описывающее что даже сверхъестественные вещи повинуются. И вот так вот сверхъестественным образом филиппийцы повиновались апостолу Павлу, когда он был с ними. Что такое повиновение? Я понимаю, что это когда ты говоришь, и люди слушаются тебя и делают. Как помните, Иисус сказал, что человек, который слышит слова Мои сии и исполняет их, вот об этом сказано. То есть филиппийцы, слушая проповедь апостола павла они были послушны ему и они не просто слушали кивали головой говорили о какие слова как нам это нравится как это откликается у меня внутри потом расходились по своим домам и занимались своими делами слушая его они в, точной, в точности исполняли все что он им говорил и он здесь акцентируется на этом но еще более примечательно то что павел говорит как вы были послушны в моем присутствии, так тем более. Он как бы проводит параллельную линию и говорит, сегодня, когда меня нет. То есть, и как бы напрашивается, что они должны быть тоже послушны. Но кому послушны, ведь апостола Павла нет. И он говорит такую вещь, что тем более, тут же в 12 стихе он говорит, тем более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте спасение ваше. То есть он ставит знак равенства, послушание и совершение спасения. Активное действие, выполнение поручений, выполнение его слова и совершение спасения. Вообще странно, как, как это, что значит совершать спасение? Ведь Иисус на кресте сказал, свершилось. Ведь это Он совершил наше спасение там, на Голгофе, 2000 лет назад. Разве мы можем что-то к этому прибавить? Как мы можем совершать? Мы же просто входим в этот Новый Завет, который Он с нами заключил. Мы же не можем ничего предпавить. Мы, мы же не говорим о спасении делами. Мы не говорим. Но апостол Павел говорит, что вы вошли. Вот вчера братья и сестры принимали водное крещение. Мы вас поздравляем, мы радуемся с вами. Но вы должны понимать, что это начало пути. Вы пообещали Богу добрую совесть, так ведь по Писанию? Все же на семинаре были, знаете, это местописание? Но пообещать просто недостаточно. Нужно теперь жизнь прожить с этой доброй совестью. Нужно на практике показать, что ты действительно посвятил себя Господу Иисусу Христу. И это будет выражаться в твоих конкретных делах, поступках, в твоем освещении, в, тво... в том, что ты будешь делать день за днем всю свою жизнь. И вот об этом апостол Павел говорит: что совершайте, не останавливайтесь на достигнутом. Впереди еще много всего предстоит. Прежде всего, там, впереди, за пределом нашей земной жизни, там небеса нас ждут. Наша цель прийти туда. Но и помимо небес, еще до этого есть много всего, что нам нужно испытать, что нам нужно пережить. Благодать Божья, она каждое утро обновляется над нами. Милость Божья обновляется над нами каждое утро. А благодать Божья неистощима. Каждый день мы можем вкушать ее. И все это входит в наше спасение. То есть теперь вся наша жизнь это совершение спасения. Не то, чтобы Христос что-то не доделал, и мы должны немножко тут доделать. Нет, мы должны войти в этот путь и пройти его до конца. Спасение это процесс, который мы делаем, в котором мы находимся. Но смотрите, Он говорит, Он говорит при этом, что ну, я не буду все прям подробно разбирать, там пропустим то, что в страхе и трепете, понятно, что мы должны перед Господом находиться с уважением и понимать, что это все от Него исходит, что мы не просто сами для себя живем, а перед Ним. Но дальше Он говорит. Потому что Бог производит в вас хотенье, и хотение, и действие по своему благоволению. Смотрите, здесь есть два слова: производит и действие. Бог производит в нас, и потом сказано действие. И вот это слово, эти два слова, точнее, в оригинале это одно и то же слово. Оно звучит как энергейн от слова энергия. От слова, что что-то производит, точнее слово, наше русское слово энергия произошло от этого. Что-то производит, что-то происходит. И этот удивительный глагол, он удивителен тем, что в Новом Завете он применяется только по отношению к Богу. То есть этот, этот глагол использован только тогда, когда Бог что-то производит. То есть не, не, про человека так нельзя сказать. Это первая мысль. И вторая мысль, он, э, этот глагол, он описывает эффективное действие. То есть, как апостол Павел э, говорит, что я бегу не, не для того, чтобы просто бить руками и ногами воздух, я бегу для того, чтобы достичь цели. И вот этот глагол энергейн, он описывает то, что что-то производит, то, что то, что-то -то имеет реальные плоды. И вот представьте себе, что э, он говорит, что Бог производит в вас хотение и действие. То есть, ну, производит, понятно, это он во мне производит. А действие, это же, наверное, то, что я должен сделать. Так вот, то, что я делаю, я должен понимать, что источником этого также является Бог. Мое освящение, мои добрые дела, мои поступки, это все Бог является источником. Только Бог производит это. Энергейн только Бог делает. И делая это, он достигает цели. Он бьет в точку, он достигает. Это не просто так, что там, ну, делали, делали, ой, что-то не получилось. Ну, не получилось, ладно, что-нибудь другое получится. Пошли заниматься другими делами. Нет, Бог делает и достигает цели. Другими словами, мы должны понимать, что Бог производит в нас желание что-то сделать. И вот это действие, когда я поднимаюсь в соответствии с этим желанием и начинаю что-то делать, это тоже делает Бог но Он делает через меня. Это и есть новая жизнь во Христе Иисусе. Это то, что Он производит. Это Его цель, которую Он достигает через Свою Церковь. Смотрите, что дальше. Дальше Он говорит, а, интересный стих очень, а, собственно говоря, о нем я хотел говорить. Следующий стих, 14. «Все делайте без ропота и сомнения». И сначала я хочу остановиться на вот этих двух словах. Ропот и сомнение. Ропот – это греческое слово, «гагусмос». Такое странное на слух слово «гагусмос». Оно на самом деле не, не просто так такое странное. Оно э, как бы изобразительное слово. То есть «гагусмос», чувствуете, как бы слово, которое звучит, как какой-то гул напряженной толпы. Какой-то такой бунтарский, такой гомон, а что, а кого, а что такое там. И вот как будто толпа стоит, и вот «гагусмос» такой происходит от нее. И вот оно именно это и описывает. Это, это слово, которое описывает, ну, например, бунт евреев против Моисея, когда они в пустыне, там, когда им хотелось лук, и репчатый лук, и чеснок есть, там, и, и манна надоела. Когда они говорили, что там неужели с тобой одним говорит Бог. Когда они много раз порывались его, значит, как-то там свергнуть или сменить власть. И они бунтовали, и вот это вот слово гагусмас – это то, что они делали тогда. И второе слово, которое здесь используют, ⁇ диалогизм ⁇ То есть это слово, от которого произошло знакомое нам слово ⁇ диалог ⁇ Мы знаем, диалог ⁇ это когда мы поговорили с кем-то, когда не один говорит, один ⁇ это монолог, а диалог ⁇ это двое говорят. Но диалогизм ⁇ это слово, которое описывает пустой, бесполезный и даже агрессивный спор, когда происходит противление. Когда человек говорит, а зачем это делать? А, 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 почему я должен, а почему я должен это делать? А почему я должен это делать? А почему я должен это делать? И вот у него просто вопрос, и в них особого смысла нет. Просто потому, что надо, просто потому, что ты должен это сделать, и потому, что ты должен это сделать. То есть все просто. Но вот у человека какое-то возмущение такое. Вот он начинает дискутировать. И, и это может быть даже грубым таким противлением. Я понимаю, что мы, конечно, все христиане, конечно, мы так, так себя не ведем, мы, мы интеллигентные люди, мы, мы просто промолчим, когда нам говорят, что надо что-то сделать, мы скромненько так потупились, промолчали. Ну все же понимают, что мы люди заняты, что нам некогда, там у нас не получается, и вообще это не наше дело, это, это мой сосед обычно делает, вот пусть он и делает. То есть, но по сути суть вот этого внутреннего тихого бунта, она та же самая. Потому что послушание, это когда, о котором говорит апостол Павел, это когда тебе сказали, и ты сделал. А когда тебе сказали, ты отвернулся и пошел в другую сторону. Помните, как на прошлое воскресенье мы смотрели видеоролик с нашего семейного выезда, с первой смены. И там был такой момент именно непослушания. Когда наставник говорит с человеком, а он просто поворачивается и мимо него просто так вот уходит, слегка зацепив его плечом. И мы, мы так физически, мы так не делаем, но внутри вот это вот, это не ко мне. Это, это вообще, а почему я должен это делать? И у меня так это сильно перекликается с очень известным вопросом, который записан в ⁇ Бытие ⁇ в 3 главе, в 1 стихе. А подлинно ли сказал Господь? То есть как бы это даже не возражение. А почему я, а что сразу я? А зачем? А, ну, а вообще зачем это делать? А может быть, кто-то другой может делать. Вопросом на вопрос. И суть этого вот, ропот и сомнение, когда я не верю, когда я не согласен, когда я думаю, что ну это вот что-то вот придумали тут, опять делают, что попало, а, мне как-то вот не открывается. Ну откроется, конечно, я пойду делать, но Господь же открывает. Вот я получу откровение мощное, и тогда я точно что-нибудь сделаю. А апостол Павел говорит о простом послушании. Когда он с филиппийцами говорил, а они делали. И сердце нашего отрывка – это первая часть 14 стиха, когда апостол Павел говорит «все делайте». Ведь без ропота и сомнения нужно что-то делать. А что нужно делать? Он говорит удивительная вещь – «все». Знаете, много раз я читал это местописание и, ну, как-то естественно пролетал его так, что, ну, все, что не делаете, если, если вдруг тебе приспичит, и ты что-нибудь будешь делать, если вдруг тебя вот такая вот мысль странная постигнет, Вдруг, неожиданно. То ты тогда вот, вот то, что ты будешь делать, ты, пожалуйста, это делай без робота и сомнения. Я вот, вот совершенно искренне, много лет вот именно так это место и читал. Но, но тут на днях я открываю и смотрю. Тут написано, все делайте. Подожди, а, а как можно сделать все? Давайте подумаем. Во-первых, что это за слово? Все это все. Вот там так и написано. Никаких мудростей, премудростей, никаких особенных греческих слов. Там именно это слово, которое описывает все. То есть у него, знаете, на самом деле, оказывается, все-таки есть как бы две грани у этого слова. И хотя оно просто описывает полноту, но все это может означать каждый, всякий. То есть каждое дело, всякое дело нужно делать. Любое дело полезно, важно, любое дело ценно. Каждый член в церкви, у каждого есть свой дар, каждый для чего-то Богом предназначен. И все, что мы делаем, э -э -э, все, что делается, оно должно быть сделано. Речь идет о том, что не бывает в церкви Божьей, в деле Божьем, не бывает какого-то неважного дела, какого-то вот чего-то такое, вот, ну, ну это сделает кто-нибудь. Или там, ну, я на это не способен. Вы знаете, а, ну, можно так ничему не научиться? Я обнаружил, что если не, не учиться, не стараться сделать что-то, то ты никогда не научишься. Если не пытаться, например, выучить английский язык, ты никогда не будешь говорить на английском языке. Я э, так как-то получилось, я э, смотрю, и многие вещи в жизни, многие дела мне знакомы. То есть я и с компьютером знаком, и с автомобилем, и с интернетом, там, и с дизайном, там, с тем, с тем, с тем. Не так, чтобы я что-то глубоко знаю, да. И я понимаю, что ни по одной из этих профессий я никогда не учился. Даже самообразованием не занимался. Я никогда не читал там какие-то самоучители, никакие видеоуроки не смотрел. Все, что, чему я научился в жизни, я научился, потому что я просто брал и делал. То есть однажды, допустим, мы решили сделать конференцию с Тилл Осборном. Это была первая конференция такого рода у нас в регионе. И на эту конференцию нужно было разослать приглашение. Тогда электронной почты это еще не было. По-моему, вообще не было, или она только-только начиналась. И мы расслали бумажные приглашения по почте, и нужно было сделать эти приглашения. Я поставил себе новую программу, которую никогда в жизни не знал, Corel Draw. И сел в нее и делал это приглашение, по ходу осваивая эту программу, обнаруживая, какие функции там есть, что там можно делать. Потом после этого, позже, у меня появился автомобиль отечественный. Я стал знакомиться с его конструкцией. Я стал его ремонтировать сам. И так много-много-много разных дел. Однажды у меня появились дети. Я стал учиться их воспитывать. И так во всем. Но если не начинать что-то, не браться за какое-то дело, можно в теории очень много чего изучить. Можно прочитать все книжки по хирургии. И что потом? Если ты не будешь практикующим хирургом, к чему все это? Кому помогут эти книжки? Как ты будешь делать операции? Практика ⁇ это действие. И всякое дело начинается, может быть, с небольшого как служение. Мое служение пасторское, оно начиналось со служения в службе порядка. С того, что я стоял у входа в здание, улыбался, встречал людей, а потом брал веник и подметал зал после собрания или перед собранием. Это то, что я начал служить Богу. Я так узнал служение впервые. Теперь я служу пастором, служу вам словом. Но был путь. Этот путь включал в себя множество этапов. Все, делайте. Это значит, не, не выкидывайте никакое это дело. Это дело я буду делать, а для этого я не предназначен. Бог предназначил нас для всякого доброго дела. Он искупил нас, чтобы из нас сделать народ жаждущий, ревностный к добрым делам. Помните, сказано это? Мы для этого предназначены. Поэтому любое дело. В любое дело можно включиться, в любом деле можно участвовать. Знаете, если мы ограничиваемся какой-то одной сферой, то тем самым мы ограничиваем Бога в возможности благословлять нас. Помните, в 1 Коринфянам, в 9 главе написано, что не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце, что Бог, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Не приходило то на сердце человеку. Когда я пытаюсь ну, придумать, как бы я хотел, чтобы Бог меня благословил, Получается, ну, откровенно говоря, какая-то ерунда, какая-то мелочность, какие-то вообще такие суетные всякие вещи, которые Богу вообще не проблема мне дать, но Он хочет дать по пути. Он хочет дать их по пути к главному. Он хочет, чтобы я достигал чего-то глубокого, чего-то настоящего. И когда я откладываю свои планы, свои желания, и я начинаю спрашивать, Господи, а ты что хочешь для моей жизни? Я обычно... Ну, почти ничего не понимаю. То есть у меня иногда после этого бывают какие-то чувствования, какие-то переживания, и они меня очень глубоко волнуют. Но я не могу вот этот образ, который как будто бы передо мной рисуется, я не могу его поймать, я не могу его зафиксировать, что Бог там хочет, чтобы я был там вот тем-то, жил там-то, был таким-то. Я говорю, Господи, я ничего не понимаю в таких случаях, но я верю тебе, что это здорово. Я просто понимаю, что не приходило еще то на сердце человеку, что ты приготовил для меня. Я хочу в этом участвовать. Я готов. Что я должен сделать? И он начинает меня шаг за шагом вести. И потом однажды я прихожу в какой-то этап своей жизни, я оглядываюсь, я понимаю, меня Бог сейчас ну так просто благословил, как у меня воображения бы не хватало придумать. Я оглядываюсь вокруг и думаю, а как это возможно? И Бог меня в памяти возвращает к тем вопросам, и он говорит, а помнишь, был у нас с тобой разговор, ты спрашивал, я тогда пытался тебе объяснить, но ты был не в состоянии понять, ты слишком мелко плавал. Но из-за того, что ты был послушен и делал последовательно все, что я тебе говорил, из-за того, что ты не гнушался никаким трудом, из-за того, что ты вел тем путем, который я тебе наметил, а не тем, который у тебя был в голове или на сердце. Из-за всего этого это стало возможным, это стало реальностью, и ты теперь наслаждаешься плодами. Друзья мои, мы никогда не сможем вообразить то, что Бог хочет для нас сделать и попросить его, этого у Него. Но если мы доверимся Ему и скажем, Господь, я хочу получить благословение, Бог скажет, окей, Давай будем трудиться вместе. Давай мы будем это делать. Поэтому, когда мы отказываемся и не хотим делать все, то мы лишаем Бога возможности благословить нас. Это так странно, но Бога действительно все-таки можно лишить возможности благословить. Помните, в Евангелии от Марка написано, что он пришел в свой родной город, и там ничего не мог сделать. Никакого чуда не мог совершить по причине их неверия. По той причине, что они сомневались. Они роптали, и сомневались. Он им говорит, веруйте в меня, я послан Отцом Небесным. Они смотрят на него и говорят, слушай, так а ты, ты ж вырос с нами. В какой момент ты был послан Отцом Небесным? Ты же это, вот же отец твой, ты же между нами ходил. И не верили в него, сомневались. Но Иисус хотел их благословить. И потом написано, ходил по окрестным деревням, проповедовал Евангелие, исцелял больных, все, что хочешь делал. А в Назарете никак у него не получалось, потому что там они не готовы были его принимать. Знаете, по поводу того, что к, путь к цели, путь к идее, к путь к воплощению мечты часто лежит через такие вещи, которые внешне никак к ней не относятся. Есть удивительная история. Слышали вы о таких братьях Райт? Слышали, да? Это два американца, которым, э, ну, за которыми большинство людей, большинство стран признает первенство в создании первого самолета, способного летать. Э, братья Райт, Уильям и Орвилл Райт, они примерно 150 лет назад жили, 140 где-то. И э, знаете, я стал читать их биографию, и я был удивлен. Их отец оказывается, был епископом Моравской церкви в США. Представляете, какое совпадение? То есть они были детьми священника. И жизнь у них была довольно непростая, они жили достаточно небогато. И даже не закончили среднюю школу, не получилось, потому что старший Уилбур, он получил травму, они там играли в какую-то игру, типа хоккей, ему прилетело в лицо клюшкой, и он потерял передние зубы. Из-за этого у него случилась депрессия, которая продолжалась там, ну, долгие годы. Он даже не стал поступать в университет, пытаться после этого, как планировал. Он отказался от этой идеи. Ему было так грустно, печально от этого всего. И он даже школу не закончил. А младший брат, который был на 4 года, младший его Орвил, он просто шалопай был, что-то натворил, его выгнали из школы. И все, он так ее не закончил. Но интересно, что эти ребята, они, все началось с того, что однажды отец купил им игрушку, геликоптер, то есть для нас сейчас у нас радиоуправляемые вертолеты летают, мы так привыкли к этому, вот и, ну, такие игрушечки. А тогда это было просто там корпус из пробки, обклеенный бумагой, и два винта, которые вращались в разные стороны относительно друг друга, на, на, этой, на резинке заводились. И эта игрушка могла летать. И Они с этой игрушкой просто проводили все время, пока ее не сломали. Когда сломали, построили сами такую же. И с этого началось их увлечение. То есть, как бы, вот это вот стремление в небеса, оно у них было, ну, всегда. Они по жизни об этом мечтали. Но как-то, знаете, вот не получилось сразу взять и построить Боинг 737. Как-то они жили там в относительной, в относительной бедности, и чтобы хоть как-то сводить концы с концами, там, пятеро детей в семье, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, младший Орвилл в 7 лет уже начал работать. Он смастерил себе тележку, ходил по улицам, собирал кости, который потом сдавал во втор сырье там в, на завод удобрений и получал какую-то денежку. Через два года он свой бизнес усовершенствовал, он стал собирать металлолом, более прибыльное дело. Когда ему было 14 лет, он своими руками построил печатный станок типографский. Брат ему помогал, он там дал кучу классных советов, и они вместе построили его и вместе открыли типографию и стали работать. 14 лет было младшему и 18 старшему. Когда э, в, начался велосипедный бум 800, в 1892 году, им было 21 год и 25 лет, они открыли э, велосипедную лавку, то есть велосипедный магазин, магазин и велосипедную мастерскую. И они там чинили велосипеды, ремонтировали их, продавали. И в народе говорили, если ты хочешь отремонтировать свой велосипед, отдай его, брать им райт. То есть они делали это хорошо. Они не гнушались никакой работой. Они мечтали в небеса, но собирали кости, собирали металлолом, построили типографию, занимались печатным делом, как могли. Не закончившие школу, необразованные стремились и делали, и делали все это хорошо. И потом однажды, наконец, они вплотную подошли в 99 году, 899 году, они вплотную подошли к, созда к созданию своего первого самолета. Они на тот момент уже многие пытались сделать самолет, ну, какой-то летательный аппарат. Но, как правило, изобретатели подходили к этому очень банально. То есть они строили какую-то конструкцию, которая, по их мнению, наверное, должна полететь приделывали на нее движок помощнее и пытались все это дело запустить в небо. Братья Райт поступили совершенно по-другому. Они все просчитывали, они все, все, все изучали, они смотрели там то, что делают другие и значит, пытались как-то понять. Они строили модели планеров и запускали их там, как воздушные змеи на веревках, потому что грузоподъемности не хватало, чтобы человек взлетел. И они трудились, трудились, трудились. При этом другие воздухоплаватели, которые строили, пытались построить самолет, они что-нибудь слепят, тут же собирают толпу, приглашают журналистов и прилюдно, значит, этот аппарат запускают. И он там как-то там 10-20 секунд летит, там и все в восторге, их прославляют, потом вот самолет падает, значит, ломается, и все по новой начинается. И тогда вот весь эфир был наполнен вот такими вот действиями. Братья Райт, они сознательно прятались от журналистов. Они сознательно, они подстроили даже крушение своего самолета для того, чтобы, и, и что-то там наговорили каких-то глупостей журналистам, для того, чтобы те отвязались. Они уходили в потаенные места и там запускали свой лайнер и разрабатывали. Они не делали просто тяп-ляп, они пытались понять, почему он кренится, почему он рыскает. И в результате они разработали э, теорию вращения самолета в трех плоскостях, то есть раз, э, два и три да, понимаете? Эта теория по сей день используется. То есть, когда вы летаете на реактивном самолете, этот самолет летает, управляется по принципу, который разработали братья Райт. Тогда, когда их никто не знал, когда они, они вынуждены были спустя какое-то время закрыть свой велосипедный бизнес, потому что им нужно было больше времени, а деньги надо было где-то брать. Они не получали никаких дотаций ни от государства, никого, никто в них деньги не вкладывал. Они просто работали, работали, работали и не гнушались никакой работой. И в результате именно они считаются наиболее вероятными создателями первого самолета. У них получилось, их самолет полетел, они поднялись в небеса. И они заключили потом выгодные контракты, в итоге потом их самолеты стали производить. Они смогли это сделать. Но почему? Потому что они сидели и мечтали, что однажды они сделают самолет, который полетит. Потому что они трудились. Потому что они делали все, что нужно было. Связано это, не связано это с самолетостроением. Они просто брали это и делали. Второе значение слова «все» — это весь, целый. То есть сделать в полноте, сделать до конца. Это так настолько у нас вот в русской культуре бросить все на полпути. У нас по городу стоят недостроенные дома, а в этих домах недоделанные ремонты. У нас брошенные дети, у нас брошенные дачные участки, у нас брошенный бизнес, брошенные работы, брошенная жизнь, пропитая, проколотая. Это просто как-то ну, это бич нашей нации, наверное, да и всего мира, пожалуй. Но Бог говорит: все, делайте все. То есть начав дело, доведи его до конца. Вчера мы очень бодро э, в половине седьмого э, начали уборку оборудования после семейного выезда. в половине седьмого я выехал из дома, проехал, собрал значит, там, братьев по всему городу, мы приехали в Боровое, в 9 часов, там, без 10 девять мы были уже там. Из 9 мы значит, там все оставшееся собирали, гребли, потом пришла машина, мы ее грузили, потом мы с этой машиной поехали в Плотниково, и там все это разгружали, раскладывали. При всем при этом я понимал, что мне нужно сегодня говорить слово. Я думал, ну ничего, я же когда-нибудь ну, закончу там, ну, думаю, ну, часов в 5, ну, часов 6, ну в 7 закончу. Я приеду, значит, я позанимаюсь, я, я приготовлюсь. Так, в принципе, у меня уже на сердце было это местописание. Я, я, мне хотелось так поделиться с вами. Я думаю, я только оформлю примеры, подберу, и все будет хорошо. В результате я попал, попал домой только в 10 часов вечера. Потому что я не мог остановиться. Ну как, ну, ну как? Я просто брошу и пойду. В 7 часов мы отпустили машину, но мы из машины все вытащили наружу, а теперь это еще нужно было занести в контейнер. И мы с братьями там уже уставшие. Братья, огромное вам спасибо и большущий вам респект. Все, кто помогал до последнего, все, кто не ушел, все, кто складывал эти, э, значит, э, все это имущество, потому что через это имущество действует потом Господь в наших детях. И мы не оставили, пока не закончили, не довели до конца все. Один брат потом, мы ехали с ним в машине, и он свидетельствовал о том, как ему повезло, как он хотел, хотел поехать в Боровой, но у него не получилось, не сложились обстоятельства. А потом совершенно случайно в это время он попал в Плотниково. Они с женой приехали, там привезли одного человека, он захотел на реабилитацию попасть. Они привезли его туда, и там оказались. И тут он узнал, что сейчас придет машина. Он так обрадовался, что он может помочь ее разгрузить. И был до самого конца. А потом уже, когда мы ехали обратно, я понимаю, что у меня еще полный багажник забит вещами, которые брат один попросил забрать значит, из лагеря, потому что он там не смог сам приехать, заболел. Я все это собрал, сложил себе в багажник. Я, и это все так и пролежало в багажнике. Я еду обратно и понимаю, что мне к нему надо заехать. Я даже не знаю, где он живет. Я звоню по телефону, начинаю спрашивать, до него не дозвонился, начинаю спрашивать и жену, потом она мне перезвонит, говорит, слушай, я не могу уехать, они там за городом живут в том, в Плотниковском направлении, в Раздольном, я не могу уехать, говорит, может быть, ты бы меня прихватил, приехал бы вот тут в городе, я буду недалеко на посту ГАИ, я говорю, хорошо, я приеду, я не могу бросить, это все дело Божье, Внутри у меня такой червячок, так надо же проповедь готовить, так ты же устал, так почему же все время ты, почему никто другой, может быть надо кому-то позвонить. Я думаю, ну кого я позвоню, сейчас кто-то из города поедет, повезет, потом у меня все равно в багажнике вещи, нужно заехать. Я понимаю, что мне просто нужно довести дело до конца. Я понимаю, что слово «все делайте», оно ко мне сейчас. Я не хочу бросить на полпути. Я не хочу, чтобы потом оказалось, что мы что-то не доделали, что-то не додумали, какие-то вещи, какое-то имущество значит, от семейного выезда сгнило, или там что-то что случилось, неправильно сложили, сломали, выбросили. Я не хочу, чтобы так было. Но знаете, братья и сестры, я рассказываю вам сейчас об этом, я понимаю, что я не всегда был таким. Более того, по своей природе я не такой. Я бы как раз все бросил, все бы оставил и ушел. Таким я был в юности, таким я был долгое время. Только благодать Божья меня изменила. Потому что я послушался, потому что я сказал, я хочу, потому что я стал браться за каждое дело. Я знаю, что сегодня Господь говорит каждому человеку. Он говорит, я хочу благословить тебя. Ты не представляешь, какие переживания. Ожидают тебя, когда ты возьмешься за дело и будешь верным до конца, когда ты не бросишь, не оставишь, когда ты сделаешь все, когда ты будешь браться за каждое дело, независимо от того, касается оно тебя, не касается тебя, не касается, не умеешь, ты научишься, ты приобретешь еще одну профессию, еще одну способность, еще одну возможность, ты сможешь, только доверься мне, только позволь мне использовать тебя, мне так нужны руки, мне так нужны ноги. Я учился этому долгие годы, учился у нашего пастора Виталия, у других мужей Божьих. Я, я понимаю, что это то, что сказал Господь, когда Он говорил, что кто принудит тебя идти с Ним одно поприще, иди с Ним два. Не останавливайся на достигнутом. Бог приготовил огромное благословение. Это не потому, что Он хотел бы кем-то из нас воспользоваться. Это не потому, что у него, ну вот как бы, вот не на ком ему поездить, и вот Он нашел тебя. Потому что это двери, которые Бог открывает в твою жизнь для своих благословений. Это то, что он, через что Он хочет излить свою благодать в твою жизнь. Он говорит, позволь мне, возьмись за дело мое, чтобы я мог тебя благословить за то, что ты это делаешь. Друзья мои, это удивительная вещь. Мы сотворены были для этого, мы созданы Богом на добрые дела. Знаете, Мечтой братьев Райт был управляемый полет на аппарате тяжелее воздуха. Они грезили небом, и они добились успеха. Тем более каждый христианин должен хотеть, мечтать, страстно желать взлететь с Господом, ощутить вот этот вкус сверхъестественной жизни – почувствовать, как, каково это, когда благодать Божия проходит через тебя, когда ты весь захвачен, когда ты чувствуешь, что ты берешь, что-то делаешь, а это не ты. Это Бог производит в тебе желание, и Он же производит в тебе действие. Это Его руки, но они выглядят как твои. Это Его глаза, но они смотрят почему-то, и ты видишь Его глазами. Это Его ноги, но они идут, ты их направляешь. Ты трудишься с Господом, и ты, ты ощущаешь просто невероятную благодать. Знаете, я уверен, я точно знаю это на своем э, опыте, я знаю это из Писания, что всегда каждого человека, который поступает таким образом, который направляет свои усилия на дело Божье, Бог благословляет во всем, прежде всего в духовном, но также и в материальном. Никогда люди, которые отдают себя на служение Богу, не остаются какими-то сирыми, убогими. Брошенными, у них всегда есть достаток и благословение. У них всегда есть возможность уделять другим. И некоторым из нас нужно просто сделать шаг веры, сказать, я верю, что даже если я стану чуть-чуть меньше заботиться о своем, о своем огороде, о своем хозяйстве, о своих делах, о своем бизнесе, и стану чуть-чуть больше, не полностью, я не прошу вас все побросать, чуть-чуть меньше о своем и чуть-чуть больше. А Господнем, вы переживете невероятное благословение. Это самый сильный посев в вашу жизнь, который обязательно принесет плоды. В завершение я хочу вам процитировать Чарльза Спержена, который однажды сказал такую замечательную вещь. Он сказал: Нет паука, висящего на стенах царских, который не имел бы своей задачи, нет былинки растущий в углу церковного двора и без своего назначения. Нет ни одной букашки, ползающей, летающей, не исполняющей какого-то божественного веления. И я никогда не допущу такой мысли, что Бог сотворил какого-нибудь человека, особенно христианина, для безделья, чтобы он был никем. Бог сотворил тебя для какого-то дела. Сам узнай для чего. Найди свое место и займи его. Даже если оно будет так ничтожно, как, например, колоть дрова или носить воду, постарайся делать что-нибудь в этой великой борьбе за Бога и истину. Друзья мои, мое желание, чтобы у нас в сердце отпечатались эти слова, что то, что мы можем делать для Царства Божьего, как бы оно ни выглядело внешне, поучаствовать в установке батута, поехать на семейный выезд, помогать, послужить поехать в Плотниково, картошку посадить, выкопать, что угодно. Я знаю, что вы церковь, подобная филиппийской. Мы живем вместе не один год. Я знаю, что ваши сердца принадлежат Господу. Я знаю ваше трудолюбие. Я знаю, что Бог благословляет вас и хочет благословить еще больше. Не остановитесь на достигнутом. Узнайте, что Бог еще больше хочет расширить вас. В чем Он хочет расширить? Что означает для вас «все делайте»? Все делайте, каждое дело, каждую весть. Что это означает для вас? Я, знаете, я понимаю, что, конечно, не в состоянии делать все. Конечно, мои ресурсы ограничены, я просто человек. Я не могу делать 10 дел одновременно. И когда я пытаюсь это делать какое-то время, я устаю, срываюсь и, бывает, даже болею от этого. Но я точно знаю, когда я прилагаю все усилия для того, чтобы охватить все, все до чего могу дотянуться, я намного до большего дотягиваюсь, чем тогда, когда я просто выбираю одно дело и делаю его тихенько, аккуратненько. Я не, если я делаю одно дело, я никогда не сделаю два или три. Никогда. Одним и закончится, одним и ограничится. Но когда я пытаюсь растянуть себя и охватить все, я делаю и два, и три, и бывает и пять, и десять. И все это не для того, чтобы просто делать дела а для того, чтобы благодать Божья проникала в мою жизнь. Я благодарен Богу за эту позицию, которую Он мне дал, за это откровение. Я благодарен Богу за те плоды, которые Он приносит в моей жизни. И я от всего сердца желаю того же самого и вам. Давайте мы встанем и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы смиряемся перед Тобою. Мы знаем, как много еще предстоит всего сделать. Мы знаем, что ты в слове своем сказал, что жатвы много, а делателей все еще мало. Мы молим тебя, чтобы ты выслал делателей на жатву твою. Мы просим тебя, чтобы ты послал нас. Мы просим тебя, чтобы наши сердца расширились, чтобы мы получили это откровение, что значит все делать чтобы ты научил нас браться за многие дела и достигать в них успеха, потому что ты производишь в нас и желание, и действие. Это то, что совершаешь ты, а мы всего лишь твои инструменты, твое продолжение, твои руки, твои ноги, твои уста. Господи, мы хотим совершать все то, что ты совершаешь. Помоги нам не пропускать ничего. Помоги нам быть внимательными и не пропустить то, что ты предназначил исполнить именно каждому из нас. Мы доверяем Тебе, Господи. Мы хотим делать это без ропота. Мы не хотим бунтовать. Без сомнения мы верим в то, что Ты призываешь нас. Мы хотим достигать максимума. Помоги нам оставаться верными и не бросать дела, начатые нами на полпути. Помоги нам познавать Тебя в этом. Мы так жаждем исполнить волю Твою. Мы хотим двигаться за Тобою. Я молюсь сейчас, Господь, о всех моих братьях и сестрах, о том, чтобы это откровение раскрылось в их сердцах, чтобы оно расцвело и принесло богатый плод, чтобы церковь Твоя умножалась, чтобы церковь Твоя была полна добродетели, и чтобы все братья и сестры мои были благословенными. Научи нас растягиваться, Господь, потому что Ты сказал, что какую меру отмеришь, той меры и дастся тебе, нагнетенную, добрую, переполненной. Господи, помоги нам растянуть наши меры. Помоги нам сделать, стать способными сделать намного больше, чем мы способны делать сейчас. Для того, чтобы Твои благословения еще больше приходили в нашу жизнь. Мы верим Тебе, Господь. Мы поклоняемся Тебе. Мы молимся Тебе. Великий Бог. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Давайте Господа прославим. Он избрал использовать тебя для достижения великих дел своих. Слава Господу.